В Люберцах распахнет двери для пациентов детская поликлиника. Здание построено, внутренние отделочные работы завершены и медицинское оборудование завезено. Глава округа проинспектировал готовность учреждения к открытию. В округе возводят новые микрорайоны, а значит, вопрос строительства важных социальных объектов, которые должны находиться в шаговой доступности, нужно решать в первую очередь. В жилом комплексе Люберцы парк на улице 8 марта скоро откроют детскую поликлинику на 155 посещений в смену. По предварительным расчетам, здесь будет порядка 6500 детского населения. На сегодняшний день уже мы подбираем, принимаем на работу специалистов. Но кроме этого, часть участков из первой нашей поликлиники, которая находится на улице Побратимов, эта часть перейдет сюда сотрудников, потому что участки перейдут сюда. Кроме основных детских врачей, педиатров, прием будут вести стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, гинеколог и другие узкие специалисты. Также здесь будет рентген-служба, здесь будут кабинеты ультразвуковой диагностики, здесь будут кабинеты гастроскопии, здесь будет физиотерапия, здесь будет ЛФК и будет боксированное отделение, куда будут принимать детей с температурой. Кабинеты укомплектованы современным медицинским оборудованием. Исследования будут проводить на месте. Строительство поликлиники глава округа держал под личным контролем. Вот мы сегодня здесь в очередной раз посетили поликлинику с точки зрения готовности к открытию ее. Есть ряд замечаний к строителям. С нами был представитель застройщика. Мы тоже с ним проговорили. 15 июня все эти недоделки будут исправлены. После этого в течение месяца учреждение получит лицензию на осуществление медицинской деятельности. В конце июля поликлиника примет первых пациентов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.